Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. И начнем, пожалуй, с того, что заберем наших бойцов с тренировки. Может быть, кто-нибудь сегодня и прапается. Может быть, ребята, опять же не факт. Получены награды. Так, ну, как видим, ребята, ничего у нас не произошло. Заберем здесь гем один. Так, в магазине посмотрим, что у нас есть. Ага, копейщик, бесплатно. Хорошо, я возьму его. Так, у нас есть опыт, но я, ребята, не буду тратить денежку, потому что есть у меня свои дела сегодня. Например, прапаем. Вот, смотрите. Щитобот у нас прапывается до 89 уровня. Еще 4 уровня, как минимум, ему нужно поднимать. Так, ну что же, на арену я не пойду, это однозначно. Давайте посмотрим, что у нас в испытаниях. Ну, смотрите, ребята, здесь у нас разыгрывается тигр. А, еще будет, кстати, саблезубый бородавочник. А ну-ка, посмотрим, кого нам дадут на выбор. Ядрить тебя на корень. Ребят, с такой командой, по-моему, у меня ничего не получится. Я, конечно, одну заходочку сделаю ради вас, да? Но мне кажется, тут без вариантов. А почему без вариантов? Потому что, ребят, посмотрите, тут прыгун, тут бородавочник, тут жаба с пушкой и, конечно же, тигр. Мне кажется, тут вообще без вариантов. Тем более теми юнитами, которые мне предлагались на выбор. Ну, не знаю, это должно быть что-то такое произойти, чтобы здесь выиграть. Босса нету, к сожалению, которого я могу призвать. То есть мне придется вот работать вот этой вот командой. Самурай, да? Щитобот и... Ну нет, ребят, по-моему, это бесполезняк, честно вам скажу. Тут достаточно одного тигра, который при смерти выпустит свою душу, и вся моя команда просто сляжет здесь. Ты посмотри, что он делает. О, фаербол попробуем, ребят, так сделать. Хоп. Ну, жаба с пушкой, конечно же. Ах, он еще... Вот, вот, я вот именно, ребят, про это вам и говорил. Видели, да, что сейчас произошло? Все, команды моей просто нету на поле боя. Это опять мои пока дойдут. Он, соответственно, вызовет еще раз тигра. Ой, как было больно сейчас моему щитоботу, а, ребята? Ну, и что, и как? Естественно, у него и ускорение, и все, что хочешь. Все плюшки, конечно же, у него, ребята. Так, фаербол полетел. Я его сейчас как-то случайно подловил. И опять же он, смотрите, что, ребята, вытворяет. Опять он вызывает душу тигра, который, соответственно, убивает всех. Ну, это я не знаю, ребят. Ну, без вариантов. И опять улитки, прыгун. Короче, тут все ясно. Поэтому, ребята, я, если уверен, что я пройду, то я вам сразу говорю, что я уверен. А если я знаю, что проиграю, ну, сами понимаете. Я просто вам, ребята, сейчас в данный момент показываю реалити, как говорится, что я, как говорится, знаю, о чем идет речь. Ну, смотрите, ну, как тут можно вообще его выиграть? Ну, он постоянно своих улиток этих вызывает, которых, соответственно, я не смогу подбить. Они сейчас... Вон, они уже респавнятся, по-моему, да. Все. И у меня никого абсолютно нет на защите, ребята. Они меня сейчас, естественно, здесь порвут. В общем, короче, ребят, мы посмотрели, вы убедились, что это не вариант проходить этим отрядом. Сейчас пойдем на основную сюжетную линию. Да. Разносят меня в хлам, как видим. Меня это огорчает и печаливает очень сильно. Но ничего, к сожалению, поделать не могу. Ладно, пускай добивает. Ускорюсь, ребята, пускай они уже разбомбят мне замок. Смысла здесь сопротивляться просто нету. Угу. Разнесли, да, конечно, буду я продолжать. Я не камикадзе. Ну что же, дорогие мои друзья, а мы с вами переходим на основную сюжетную линию. Так, погоди, дай-ка я отсюда выйду и пойдем вот сюда зайдем. Так, энергия у нас у всех полненькая. И мы с вами остановились на территории захватчиков, да? Смотрите, ребята, у нас еще будет территория подданных. А дальше уже телепорт 80-й, круглая дата, ё-моё. Ну что же, давай приступим, посмотрим, кто у нас здесь. Значит, хищнец. Ага, страж, жаба с пушкой и тритон. Ну, в принципе, команда так себе. Я думаю, что мы даже сможем законтрить ее. Так, хищнец, да? Мне главное его здесь ловить. Ну что ж, попробуем нашей имбовой командой. Я думаю, что Ронин будет неплохо ловить хищнеца. Как говорится, на живца. А он будет выходить стопудово первым здесь. Сейчас, короче, будем в этом лично убеждаться. Да-да-да, вот он идет, ребята. Сейчас он будет, естественно, прыгать. И Ронин его должен подлавливать. На! Вот об этом, ребята, и шла речь. Ну, а дальше, я думаю, оп, а вот это, ребят, непредвиденное обстоятельство. Давай-ка мы вот так сделаем.
Что, он будет опять на одних хищницах, что ли, выруливать? Серьезно, что ли? Да, ребята, он выпускает одних хищницов. Странно немножко это. А ну-ка давай вот так вот зарядим. Ой-ой-ой-ой, не выходит пока. Так, давай, мышь летучая. А почему? Ах ты, гаденыш, он, ребята, мне Да ладно, еще и тритон вышел. Так, хищнец бежит, ребят. Бежит, блин, хищнец. Так, мы его наказали. Давай мы сделаем так. Ускорение даже у нас здесь. И деньги я поберу. Оу, тихо. Фу, повезло. А как так быстро? Что-то... Я даже, ребят, честно говоря, не успел среагировать. Но мы уже ему замок снесли. Ну что же, у нас с вами заключительный этап за захватчиков, как говорится. И у нас здесь смотритель 99 уровня. Хищнец, ребята, уже соточка. Да, вместе с жабой-пушкой. Угу. Ну что ж, тогда нам придется, наверное, вот эту же команду и оставлять. Можно было бы, конечно, взять, наверное, и где друидка. Но почему-то, мне кажется, больше вот эта команда здесь зайдет. Ладно, давайте проверять. Значит, смотритель, который будет у нас переманивать юнитов на свою сторону. Надеюсь, это будут у нас зомби от бабушки-ведьмы. Да? От нашей Изольды, или как я ее там... Как я ее там прозвал-то? Так, давай, иди сюда, прыгай. Оп, ловим. Отлично. Так, ребятулечки, приготовимся. Бородавочник, ну, конечно же, он снесет, ребята. Так, поехали. Ага, вот, ребята, я призываю бабулю. Сейчас будем смотреть, что у нас из этого всего вообще получится. Главное, чтобы хищница он опять не вызвал, да? Так, вызовем, наверное, БФГшку нам в помощь. Что там происходит? Ага, вижу, ребята, я его вижу. Ну, прыгай за серия. Получи. Ну что, с секунды на секунду, я думаю, выйдет, ребята, смотритель. Пока что-то не выходит. Вот он. Вот он и вышел, родной наш. Давайте его наказывать. Пускай зомби захватывает. Так, хищнец. Кого он там? А, он БФГ захватил у нас. Недолго он, как говорится, веселился. Эй, погоди, дай-ка я ураганчик, ребят, запущу. Чтобы немножко его, как говорится, освежить. И все. И все, ребятули. Босс, как говорится, выдохся. Так, тихо, хищнец, успокойся, нифига, он уже бабулю мою начинал кромсать своими этими вилами, блин. Давай-ка мы вот так вот сделаем. Еее, прекрасно, смотрите, что происходит, просто красота, ребята. Так, у нас 52 секунды, но я думаю, нам этого достаточно, чтобы забомбить ему базу. Тем более Ронин в истерике бомбанул его нехило, и вы увидите результат. Ну что же, забираем наш сундучок и посмотрим, что нам из него выпадет. А выпадает из него, в принципе, неплохо. Жаба с пушкой, плюс вот этот вот пришелец и 9 гемов. Некоторые подписчики меня критикуют. Да, Рэй, ты слишком много тратишь гемов. Ну, на самом деле, ребят, не так уж и много, немножечко всего лишь. И то это, как говорится, в тех случаях, где действительно это необходимо. Без надобности я их тратить никогда не собирался и собираться не буду. Поехали, ребятули, здесь у нас... Крестьяшка, да, сейчас будет выходить. Ой-ой-ой, успеем, да, я должен успеть, ребята. И, ну, фиг ему пробить щитобота. Никогда такого не будет, ничего у него не получится в жизни. Чтобы какой-то маленький вонюченький крестьянин смог пробить не БФГшку, ребята, а щитобота. Что-то я уже заговариваюсь. Вот, давай-ка мы вот так. Ой, подожди. Что же не то, ребят, не то, у нас все идет. Так, секунду. Давай вот так вот сделаем. Сможем мы их всех подбить сразу или нет, ребят? Подбили, отлично, просто великолепно. И давайте вот так вот бомбить уже. Мы его застанили, этого рыцаря. Так, и мне нужно взять всадника на журавле. Он, как говорится, будет нам здесь очень хорошо помогать. Ну и по возможности нам нужно накопить на кого? Ну, конечно же, ребят, на друидку. Конечно, на друидку. Сейчас мы попробуем с вами это сделать. Провернуть, так сказать, трюк. Оп, заморозочку. Чтоб не выеживался, да? И давай вот так немножко подтянем их. Поближе немного, да? Вот, и все, и сейчас я буду уже призывать друидку. Хотя я думаю, что этого и не надо делать. Потому что мы уже сейчас будем разбирать ему замок. Сами видите, результат. Ну, на всякий случай, давайте еще вызовем молотильщика одного. Друидушка, ты что там стоишь, у меня ничего не делаешь? А ну-ка давай, работай, никакой халявы. Заморозка, вот, спасибо большое, а, игруля. Просто ко мне, знаете, душевно так отнеслась. На, говорит, Рейчик, тебе заморозочку. Чтоб долго здесь не потеть. Так, ну что, ребят, мы переходим с вами на второй уровень. Ну, здесь та же самая бригада добавляется, копейщица, которую я вообще... Ну, вата-ватая она.
Так что сейчас будем смотреть результат. Я, наверное, даже немножечко ускорюсь, с вашего позволения, и будем уже потихонечку разбирать. Никто не идет? Очень странно. Тогда я вызываю... Давай начнем вот так. Опа, 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 опа. Бегут, бегут, обосранцы. Давай так. Слушай, по-моему, ребят... Эй, погоди, давай уменьшим немножко скорость. И вот так вот сделаем. Зря я, наверное, так делаю, ребята. Зря я так делаю. Они же мне сейчас, блин, замок могут бомбануть, если честно. Они же копейщицы, у них длинная атака. Нет, все у нас обошлось, все отлично. Ураганчик. Изи. Так, что нам делать? Погоди-ка, 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 погоди-ка. Вот этот вот этот щитобот, по большому счету. Ну что он там делает, когда без своего щита? Ничего, там ладошкой бьет куда-то по воздуху, да? И ничего у него не получается. Дамага не наносит колоссального. А вот паладиныч, конечно, да, он вжаривает. Вжаривает, конечно, всаднику на журавле. По-черному, если честно. Смотрите, что происходит. Во, мы его завалили. Давай далее. Я просто друидку, ребята, жду. Это моя единственная надежда. То есть с ней мы всегда на высоте. Так, вызываем. Замораживаем. Ну и, в принципе, наверное, все, ребят. Давайте вот так еще сделаем. Притянем, как обычно. Ага. Так, карточка, ну, от карточки, ребят, я никогда не отказываюсь, вы знаете. Даже на те карты, которые у меня уже давно собраны, все равно приятно, хоть что-то выпадает. Ну, блин, да что ж такое, что-то затянулся бой, ребята, 40 секунд у нас, блин. Что-то неладное здесь. Давай еще одного молотильщика призовем. Так, и давай всадника, всадника на журавле и сделаем ульту. Вот так это должно быть. 25 секунд, ребятули. Так, ребятушки, меня немножечко отвлекли, но мы с вами продолжаем. Все, разнесли в щепки базу. Ну что же, переходим с вами на третий этап. И здесь у нас грифон. Вот с грифоном уже, ребят, здесь не пошутишь. Почему? Ну, сами знаете почему. Будем, скорее всего, наверное, с вами брать вот этот отряд. Да, как говорится, летуны против летунов и еще баллиста у меня в придачу. Расстояние довольно приличное. И я, по-моему, если не ошибаюсь, он будет именно грифона сейчас вызывать в первую очередь. Мне надо к этому делу... Нет, 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 я ошибся, ребята. Давай-ка вызовем големчика. И будем, наверное, сейчас вот с вами уже копить... Да что ж такое-то? Ребят, все не то идет. Давай я вызову баллисту на всякий случай. Блин, мне не нравится. Мне не нравится, ребят, как этот уверенно идет сюда к нам. Паладин. Давайте, наверное, его вот так вот потихонечку расстреливать. Еще вот так вот дадим жарку, да? И надо, наверное, потихонечку накапливать нам ману. Потому что если сейчас выйдет грифа, он будет всех их заплевывать, поверьте мне. Так, я делаю вот такой ход. Умный называется ход, ребята, потому что я призываю еще одну баллисту. Вот, 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 вот. Вот это уже совсем другой разговор. Вы видите, да? Просто град стрел летит всевозможных. Бумс. Упс, а вот это было подленько со стороны грифончика. Ну да не беда, ребят. Давайте мы запустим фаербол сюда и вызовем тоже еще одного грифончика. Так, баллисты, вы слишком близко. Туда, пожалуйста, не подходите. Это чревато большими и плохими последствиями. Давайте вот так вот лучше будем издалека бомбашить их всех. Так, отлично. Карточка на крестьянина никогда не будет лишней, поверьте мне. Третью призываю баллисту. Слушай, ну я почему-то думаю, что здесь победа будет, ребят, за нами. Ты посмотри, просто шквал стрел, просто расстрел, блин. Отлично, великолепно. Просто еще одного грифона я вызову. Правда, тут у меня всего лишь один голем на подстраховке. Фаербол полетел и... Нет, еще пока живут. Еще пока живут они, вот. Вот она. Последняя, как говорится, стрела уничтожила вражеский замок. Ну, а мы с вами переходим на четвертый этап. И здесь прибавляется... Угу. Здесь небольшая у нас перестановочка. Здесь убирают грифона и выставляют нам лучника. А что такое лучник для нас? Конечно же, ничего. Для этого отряда лучник — это просто шелуха. Знаете, это пепел. Пепел будущего. Мы это так можем даже назвать. Ладушки, хорошо, давайте немножко подготавливаться с вами. Лучник лучником, как говорится, но у него есть одна фиговая вещь. Когда он бьет своей спецвозможностью, он поджигает нашего юнита, и тот горит в мучительных муках. Ну, голем, вот куда ты собрался, скажи мне? Куда ты вот собрался, я не пойму. Так, мне срочно нужно призывать, ребят, баллисту. Срочно, просто вот, прям вот. Вот, все, отлично. И фаерболом вот так вот мы наказываем.
Блин, вот самое бесявое, когда лучник стоит сзади вот именно паладина и начинает вот расстрел. Еще и когда и под щитом. Вообще великолепно. Просто, ребят, вообще жесть. Ладно, давай попробуем как-то пробить их, что ли. Я призываю всех. И големов мне нужен еще... Во, ускорение. Давай, 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 на ускорение мы должны, ребята, их рвать. Так, бедный мой... Да. Бедный мой Джиггернаут, он упал и развалился. Ну, я не расстраиваюсь, мы делаем вот так вот. Сразу пол отряда вражеского полегло. Вызываем еще одного, ребят, Грифона. Ой-ой-ой-ой, у меня, ребята, танк... А, нет, вот-вот. Джаггер подошел, успел. А то, я смотрю, уже голема ребят разобрали. И, соответственно, они щеманулись на моих маленьких слабеньких юнитов, которые у меня вот висят в воздухе и стреляют сзади. Дедушка, пора нам, по-моему, с собой прогуляться маленько, я думаю, да? Давай-ка, выходи. Разомни, как говорится, косточки свои. Ох, ну у нас всегда, ребят, я еще раз говорю, у нас как по закону жанра, как только мы возле замка и практически его уничтожили, у нас выходит дедуля и всех начинает наказывать сразу же, безжалостно. Бам, вот так он делает это все дело. Шикарненько, тут не поспоришь. Ну что же, ребятушки, мы с вами вот так вот на изи дошли до последней миссии. Тут все соточки, как вы видите, все абсолютно. И вот с этими ребятами я должен сейчас драться. Вы думаете, я испугался? Нисколечко, нисколечко. Вот единственное, что я думаю, кого же мне взять. Наверное, все-таки придется этим же отрядом и бомбить. Как говорится, епископа просто будем сейчас рвать в лохмотья. Пускай только сунется. А помните, были такие моменты, что он даже не успел выйти, мы просто уничтожали ему замок. Здесь, конечно, немножко будет посложнее это сделать, потому что все-таки сотые уровни, причем все. А дальше вот что будет, я ребят, не представляю, если честно. 105 и 110, но здесь же нету 110 уровней, да? Или есть? Нет, наверное, нету все-таки. И поэтому, ребята, мне вот придется как-то справляться с этим горем в одиночку, пока мои юниты не станут сотого уровня. Зачем вот сейчас было это сделано? Кто мне скажет, для чего я вот так вот лопухнулся? Оу, воу, у него еще и грифон тут есть. Опс, ребята, это плохо. На самом деле это очень плохо. Вы посмотрите, как, сколько мне приходится сделать выстрелов, да, чтобы наказать. А теперь представьте, вот он. Вот он, ребята, он уже вышел. Естественно, сейчас он будет вешать щиты. Твою же маковку, а. Дед, ты мне нужен, ты должен меня выручать здесь. Вот серьезно говорю, по-другому здесь никак. Просто не получится у меня, ребят, выиграть. Ну, наказал? Нет, не наказал. Ну, сейчас будет наказывать. Так, вот он пошел на попятку, ребят, мы его расстреляем. Это факт. Мы его накрыли просто медным тазом. Все, он лежит и не шевелится. Так, ну что же, паладин тоже у нас, ребята, падает. Дед у меня, ну, уже подбит. Довольно изрядно. Дедулечка, конечно, покоцанный, так скажем. Но мы продвигаемся потихонечку. Мы потихонечку с вами двигаемся. Я вот так еще фаербольчик запущу сюда. С вашего, так сказать, позволения, да? И вызову големчика. Ай-яй-яй, по-моему, сейчас... Нет, дедуля стоит по-прежнему. Очень хорош дед. Ты посмотри, ничего с ними не могут сделать. А мой дед наказывает, просто наказывает вражеский замок. И последний удар, да. Это было красиво, это было эпично. Ну что же, давайте смотреть ревард. Сундук подданных. Угу. Ой-ой-ой, как классненько, ребята. Нам в последнее время на короля просто везет. Практически в каждом паке его дают. Ну вот это вот, ну зачем? Ну зачем мне? Мне только что из пака это выпало. И они мне еще вот этих вот охламончиков дают. Ох, ну что же, ребятушки, мы пролетели с вами на 80-й портал. И давайте вначале мы приценимся, что у нас здесь ожидает. Во-первых, у нас территория роботов. Потом идет нефритовая долина. Дальше у нас идет нежить. Потом опять роботы и подданные. То есть повторение у нас идет на территории роботов. Ну что ж, давайте приступать. И здесь у нас БФГ вместе с щитоботом. И все это дело 93 и 94 уровня. БФГ, да, будет здесь сейчас нервировать меня, если честно. Вы это прекрасно знаете, что БФГшка и щитобот это, ну, это имба. По-другому не назвать. Так, давай-ка мы, наверное, начнем с вами вот так вот, да? И здесь по любасику нам нужно призывать с вами кого? Конечно же, всадника на журавле. Почему? Потому что он может хорошо довольно-таки контрить БФГшку. И она не будет причинять нам вреда. Это самое главное. Так, тихо-тихо, давай-ка вот так вот сделаем.
Вот, 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 хорошо, ребят, карточку на БФГ даже получили. Она мне нужна, потому что мне БФГ нужно проапывать. Давай-ка призовем еще одного всадничка. Ну, в принципе, ребята, здесь все. Здесь уже победа будет за нами, надеюсь. Хочу в это верить просто-напросто. Да, замок мы разбираем, все хорошо. И это, опять же, все благодаря именно всадникам на журавле. Потому что БФГ-ха их пробить не может? Не может. А они в то же время наносят урон. А для БФГ-шек урон от летающих юнитов это очень большой. Ну что же, здесь у нас... здесь у нас молотильщик прибавляется. Тоже, конечно же, не есть хорошо. Давайте попробуем, ребята, этим же отрядом с вами отыграть. Я думаю, у нас получится. Естественно, он будет сейчас его в первую очередь призывать. И мне нужно что сделать? Мы сделаем с вами вот так вот. А потом призовем на помощь себе, конечно же, молотильщика. Смотрите, что у нас должно получиться. Отлично, просто великолепненько, ребята. То, что я хотел... О, тихо, 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 тихонько. Не надо вот так вот делать. Блин, не выдержал, да? Он не выдержит, хотя... Хотя есть... Блин, да что ты будешь, молотильщик идет. Ребят, на самом деле я хотел кое-что другое сделать. Мне нужен всадник на журавле. Желательно быстрее, как можно быстрее. Фу. Отлично, есть, ребята, у нас шанс. Маленький, но есть. Так, этот у нас без щита. Опять этот охламон появился. Вот, 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 что он вытворяет, ребята. Естественно, тут вот надо вот за счет выигрывать всадниках на журавлях. Потому что, ну, сами понимаете, вот эти вот охламоны нанести урон ему не могут. Здесь только кто может сделать? БФГ, ребята. Только от БФГ можно ждать подвоха. Вот он начинает, начинает делать, но ничего не получается. Так, давай заморозим на всякий случай. И я призову еще, ребята, одного паладина. Так, разбиваем, разбиваем как можно быстрее ему базу. Так, ну давай, давай, бомби, бомби. Есть, отлично. Немножко, конечно, пошугался, но, в общем, сыграли они довольно хорошо. Так, а здесь, пфю, здесь всего лишь прибавляется бомбер. А можно я возьму другую команду, а? У меня энергии не так уж и много. Хм, вот эту взять, что ли, как думаешь? Давай возьмем, в принципе, что теряем? Да ничего не теряем. Или надо было все-таки отыграть той командой, где друидка? Ай, что сделано, то сделано, как говорится, уже нечего оглядываться назад и что-то там думать и размусоливать. А давайте просто будем играть, отыгрывать свою, ребята, игру. Так, ну что, я не вижу, где бомбер, где кто, где что. Никто не выходит. Вот, вот, ребят, бомбер. Так, щитобот. Щитобот у нас появился, да? Слушай, ну я думаю, наверное, вот так вот можно сделать это дело. И, так, погоди, погоди-ка, 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 что тут происходит? Пускай подходят и вот так вот. Блин, я, честно говоря, думал, что БФГ-ху мы... разбомбим, а мы ее и так разбомбили. И давай, наверное, уже будем вот так вот делать. Баллисту призвать. Ой, если сейчас попадет этот охламон по баллисте, баллисте будет, ребят, хана. Не успел он, нормуль. Так, но зато мы видели только что БФГ бомбанула лазерным лучом и снесла к ядрене фини мою баллисту, которая там стояла. Обидно, печально, ну ладно. Тыдыч, долетался, голубок. Вот, ребята, побольше танкующих нам нужно здесь. Да что ты будешь делать? Ты смотри, он бомбит, это баллиста. Просто я не успеваю, ребята, призвать. Так, надо грифонов, значит, вызывать, наверное, как можно больше. А как можно... А для чего? Так, отлично, разобрали мы тех охламонов, которые там стояли на прикрытии. Ну-ка, дедуль, выйди-ка, пожалуйста. Устройка здесь карнавальную ночку. У меня фаербол сейчас накопится, и я, наверное, бомбану им. Полетел снаряд. Шикарно. Только щит отлетел от щитобота. Ну что же, ребятули, ну вы сами понимаете, что здесь уже все, фиаско полное для врага. Сейчас мы просто ему бам, и разлетелся к ядрене фени ихний замок. Героическая мощь я получил, достижение. Так, квест мы выполним, да, получается? Ну что же, переходим с вами на четвертый этап. Здесь у нас прибавляется хилбот. Хилбот под щитобота, это да, это будет что-то. Мы возьмем, погоди-ка, погоди-ка, давай-ка подумаем хорошенько лучше с тобой. Ладно, я возьму вот этот отряд. Будем, как говорится, добивать уж по полной программе. Так, квест завершен, тактик. Слушайте, значит, гемчики, ребята, мы с вами копим. И это хорошо, я просто жду не дождусь, когда мы с вами все-таки откроем эпический сундук и достанем из него, ну, что-нибудь такое колоссальное. Может быть, даже кого-нибудь сможем проапать уже сразу же. Вот я губишки-то раскатил, да, ребят?
Так, ну что, с плюшки уроним или как? Или будем танцевать? Да, ребята, с плюшки уронили, отлично. Но вот это вот, конечно, было подлинненько сейчас, что он выпустил опять свою циркулярочку. Ой-ой-ой-ой, БФГ тут идет, ребята. Давай вот так попробуем сделать. Ну, вы понимаете, да, все, для чего это делается. Давай-ка вызовем, наверное, еще грифу нашего. Ага. Шикандосик, все идет замечательно, ребята. Так, а молотильщик... А, молотильщик здесь у него есть, да, есть. Он сейчас будет его призывать. Поэтому нам нужно здесь сделать акцент все-таки, наверное, на грифонах. На летающих юнитах. Так, баллиста. Так, баллиста, давай, бомби. Блин, когда вот такая вот у них куча здесь стоит, ни черта не понять, что, куда, к чему, где, как, почему, блин. Просто заваруха, вот и все. Вот начинается, ребята, вон они. Так, замораживаем их всех, ядрени фени. Отличненько. И погнали быстренько к замку. Быстренько, я говорю, шемин там просто. Ну, роднули, полетите вы или нет? Давай, осталось тут совсем немножечко. Так, еще баллисту призываю. Вот зря у меня, конечно, столько баллист стоит. Потому что если один луч вылетит от БФГ, да, или, например, одна пила полетит от молотильщика, все вот эти вот охламончики у меня просто лягут. Но этого не произошло и не произойдет. И отлично все у нас сыграно было. Ну что же, ребятушки, остается у нас здесь последний уровень. Здесь энергии у нас нету. Давайте, наверное, сыграем вот этим отрядиком. Здесь у нас... Нет, слушайте, кстати, здесь вот надо играть этим отрядиком. Все почему? Потому что здесь ядербот. Это довольно такой прочный механизм с атомным запуском на взрыв. Я, кстати, вот не помню вообще, когда-нибудь он успевал вообще взорвать у меня башню или нет. Но я почему-то его очень сильно боюсь. Не знаю почему, ребят, но вот факт. Давай начнем, наверное, вот с нашего мага-воина и... Слушай, наверное, Ронин. Во-во-во-во, погнал. На-ка. Этот сразу же начинает за отхиливание. Здесь нужна чумная мышь нам. Так, БФГ идет, да? Давай-ка призывать чумную мышь. И на самом деле нам нужно бы с вами накопить... Ну, на ведьму, естественно. Сейчас будем, ребят, с вами призывать ведьму. Ну, а там уже сами понимаете, да? Дело, как говорится, в кармане. Вот она вышла. Все, дальше бы кто не вышел. Ну, выйдет сейчас ядербот. Ну, пойдет он, да, не спеша. Ну, все равно разнесем ему замок. Он прекрасно это понял, и он сдался просто мне на милость. Да, ребята? Вообще изи. Ну-ка, открывай сундук и показывай, что у тебя там лежит в закромах. Угу. Хилбот и 9 карточек на базу. Ну, в принципе, неплохо, и даже немножко денежек получили с вами. Ну что же, перемещаемся в Нефритовую долину и начинается. И начинается, ребята. Ну, ёпрст, блин, ну вот не хотел я вот это вот... Вот как вижу только, что Ронин есть в команде, все, у меня сразу, ребята, скуксивается лицо моментально. Почему? Ну потому что... Смотри, что он сейчас... Если он сейчас выйдет в неистовстве, все, это будет хана. Твою ж мать. Ну все, ребята, это фейл. Это просто фейл уже. Я не могу ничего сделать. Да. Хреново получилось. На, получи. И вот он сейчас начнет. Одного, блин, за другим. Естественно, его Нейронин побеждает. А кто бы сомневался бы. Не буду я тут тратить никаких гемов. Не хочу. Кстати, ребята, мы же с вами делали-то как? Что я опять папиного топорка-то врубаю? Мы же делали немножечко с вами по-другому. Ну, во-первых, я заберу здесь гемы все. Вау, 390, ребята, уже гемов. Осталось буквально 110, и все будет чики-чики. Короче, здесь мы с вами убираем, знаете кого? Я уже понял, мы убираем отсюда БФГ. Да, не хотелось бы с ней тут прощаться, но надо, ребята, надо. И берем вот этого паренька. Угу. Надо бы нам как-то с вами поработать над улиткой. Верно? Ну, вы поняли, про какую улитку я говорю. Она довольно хороша, и вот я думаю, что она бы очень контрила вот этих вот быстрых юнитов. Хм. Улитка, ты где у меня? Ты где-нибудь у меня качаешься? Нет. Она у меня нигде не качается. И это неправильно. И это, ребята, неправильно. Кстати, щитобот. Нет, ну щитобот не выдержит удара от Ронина. Тут нужен только вот этот вот, ребята, взрывной зомби. Ладно, давайте проверять. У нас с вами последняя всего лишь энергия. Если я тут... Не справлюсь, то уже не справлюсь. Но он будет контрить сейчас по-жесткому. Серьезно говорю. Так, подожди, здесь, наверное, можно... Ну, придется так делать.
Так, он сейчас опять вызовет, я же помню. Погнали. Ну, кто бы, блин, в этом, ребят, сомневался. Ну, зомби! Твою же медь, ну что? Ну, нет, ребят, ну тут не получается. А самое удивительное, а как мне тогда тут выигрывать? Пхе. Как? Каким образом? У меня здесь нет отхила. Что мне с манной? Короче, ребята, я здесь сдулся. В прямом смысле слова, я сдулся, я проиграл здесь. Мне остается только лишь играть отрядом, где у нас находится друидка. Как вариант. Так, ну что у нас тут? Ну, естественно, его Ронин, ну просто как имбовый, мочит всех. И на все ему плевать, блин, да? На все абсолютно ему плевать. Ну и что-то вышел-то. Так, давай, мы ему, по крайней мере, хоть замок разнесем. Хоть какую-то копеечку заработаем, да? В копилку себе. В общем, ребята, вы сами видели, это, ну, плохой вариант. Плохой вариант. А вот здесь, а как здесь-то быть? На одном щитоботе отыгрываться? Опять же, не вариант. Ну, ладно, хорошо, щитобот и молотильщик. Получается так, да? Ну да, как вариант, только лишь так делать. Ну, попробуем. Попробовали, ё-моё. Да ну! Хорош, серьезно. Ну, оглушил. Так, ну это только начало, ребят. Да чтоб тебе. Ну, блин, еще и всадник на журавле идет. А ну-ка, вот так если сделаем. Эй-эй-эй-эй-эй, а зачем я так сделал? Твою, блин, макаронину, а? Ну что ты... Так, ребят, ну что мне тут остается делать? Я не знаю, надо как-то на друидку, чтобы... Друидка, а доживем ли мы с вами до друидки-то, а? Нет, не получится. Поехали, ребята. Ну, вы сами понимаете, что это была сейчас вынужденная просто мера. Я не хотел этого делать вообще. Серьезно вам говорю, не хотел. Меня заставили. Меня, ребят, заставили. Но я должен пройти этот уровень, гребаный. Понимаете? Должен его просто-напросто пройти. Я не собираюсь заканчивать серию на проигрышах. Я должен отыграть на 100% все это дело. Давай, ребята. Потому что там хотя бы будет расстояние побольше. Там уже можно любым отрядом играть. Но здесь, извините, на такой короткой дистанции, когда Ронин выходит в истерике, ну куда? Я ничего не могу сделать. Я не успеваю даже ману накопить. Да, ребята, ну, 10 гемов, да. 10 гемов я потратил. Ну, не зря. Я считаю, что не зря. Можно было бы, конечно, все это перенести на следующую серию. Ну, вот я психанул, честно говоря. Во, смотрите-ка, у меня здесь еще есть энергия. Да, ну мне-то от этого не легче, потому что... Потому что мы видим, кто у нас тут в отряде. Опять этот Ронин никудышный. Блин. Если бы некро стоило бы чуть-чуть подешевле, ребят, конечно бы я стал бы и вызывать именно некро сюда. Потому что она очень хорошо контрит своими колобками вот этими вот. Ну, вы поняли, про что я говорю. Твою ж мать, он меня опять обманул, а? Он меня опять, ребята, обманул. Сейчас выйдет... Нет, ну хорошо, что Ронин идет спокойно, не психуя. Отлично. Значит, мы здесь его накажем. Так, всадника, ну, журавля он сейчас будет, да, наверное, призывать. Давай ему... Ах, даже вот так вот. Даже вот так он решил сделать. Ладно, хорошо. Попробуем. Вот он в каменную стоечку. Естественно, ребят, каменная стоечка. Все как полагается. Заморозочка. Что ты делаешь, а, Ронин? Ну, что ты делаешь? Бумс, да? Неудобно для тебя получилось, конечно. Вызываем, ребята, мага-воина. И я в следующий раз буду... Иди ты в пень. Собрался уже мне этого бомбануть. Ну, ведьмишка, давай, радость моя, выходи. Выходи, ты мне здесь очень сильно нужна. Я по тебе уже соскучился. Вот она идет. Слушай, ну, мне кажется, что здесь уже и так победа будет за нами. Смотрите, что происходит. Ю-ху, Ронин, тидич, снес. Тидич. И все, ребята. Это я называю изи-катка. То есть вы сами понимаете, да, расстояние увеличилось, плюс у него Ронин вышел без истерики, то есть все прошло гладенько, как я люблю. Ну что ж, друзья, энергии у нас с вами больше не осталось, значит, нам остается лишь закругляться. Я сейчас проверю, все ли я плюшки собрал, как говорится, на дорожку. Да, ребята, квесты у меня все выполнены, в магазине нам с вами пока делать нечего. Манну я покупать не собираюсь, потому что мне нужно... прокачивать своих юнитов, а у меня их очень много. Так, смотрите, я хотел жнеца прокачать, ну,
Когда это, ребят, у нас будет? До 93 уровня еще, ух, как долго его качать. Ну, а на этом, дорогие мои друзья, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!